Если вы хотите знать, что там нового придумал Diamond Roleplay для понятия онлайн на своих серверах, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед всем этим, Arizona, Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor находится в описании данного видеоролика, поэтому заходите туда, ознакомляйтесь со всей информацией и заходите на проект, прокачивайте аккаунт, потому что там все круто, классно. А также в описании данного видеоролика есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором публикуется вся эксклюзивная информация, которая не будет больше нигде. Вот вы, допустим, знали или знаете, как будет называться новый самп-обзор, который в скором времени уже должен выйти. Нет? А вот люди, подписанные на телеграм-канал, уже знают. Поэтому заходите туда, подписывайтесь и ознакомляйтесь со всей информацией именно там. Те, кто давно следят за моей какой-то деятельностью и всем прочим, могут знать, что я являюсь давним фанатом большого количества GTA самп серверов. Но вот фанатом можно быть разным. Можно быть фанатом просто сервера, а можно быть фанатом, ну, допустим, рекламной кампании проекта. И вот лично я фанат рекламной кампании Diamond Roleplay. Наиболее припизнутой, неадекватной, хуёвенькой рекламной кампании придумать, в общем-то, и нельзя, потому что, ну, скажем так, потому что постоянно вот те решения, которые принимает Diamond Roleplay, они прям вот, ну вот какие-то вот я даже не знаю. Я вот, блять, я даже не знаю вообще, как все это вообще можно уместить в голове-то у себя. Вот, ну серьезно. Ладно. В общем-то, была ситуация с Брайаном Фьюри. Типа, есть выпуск КМСЗ на канале, по-моему, можете посмотреть, кажется, мы стали забывать. Было много всего, но то, что придумал Diamond сейчас, это просто, конечно, верх того, насколько они вообще, типа, охуевают. В общем-то, на сайте, где обычно какой-нибудь, как я понимаю, ютубер может подать заявку на то, чтобы стать ютубером Diamond Roleplay, а там появилась отдельная такая, знаете ли, строка для Roleplay семей. То есть Diamond Roleplay приглашает к себе каких-нибудь, там, я не знаю, известных вот этих вот Roleplay семей к себе. Я не знаю зачем, потому что, типа, ну, бонусы, которые они там дают, это, типа, промокод можно себе сделать, с которого будет ускоренная прокачка и процент с доната. То есть процент с доната это примерно 10%. То есть если человек, допустим, донатит 1 000 000 рублей, то вы получаете только сколько там, блять, 100 тысяч. Ты дебил, ты вообще типа ничего не понимаешь, на Diamond Roleplay круто, ты типа позоришься вообще, дебил, конченый долбоеб. Пиздец, на Diamond Roleplay вообще нормально, мне нравится, всем нравится абсолютно. Ты чё хоть, блин, типа, это, да. Ну, то есть, донат, там, промокод, ну, также. То есть, за неделю семье нужно отыграть 15 часов, и тогда всем, насколько я понимаю, жителям данной семьи будет даваться 100 тысяч вирт в Payday. Ну, типа, тоже неплохо, но, однако, типа, многие подумали, что, типа, RP-семьи это какие-то там, я не знаю, чуваки с YouTube-каналами, потому что там, знаете ли, типа, находится все это на одних и тех же страницах, типа там, где ютуберы, и там, где вот как раз-таки эти семьи. Подумали, что типа зовут чуваков бесплатно на проект снимать. Типа, у Даймонда, вроде как, насколько я знаю, есть какая-то бесплатная вот эта вот модель сотрудничества, при которой, возможно, выдают верты, возможно, еще что-то выдают. Я уже делал ролик о том, что вот почему бесплатное сотрудничество, оно просто убивает весь рынок GTA сам сегмент и вот всего-всего прочего. Однако, ладно, типа, с этим это все понятно, типа, более-менее, ладно. Но убивают они этот сегмент и убивают, ладно. То есть, возможно, каким-то ютуберам хочется, знаете ли, чисто там снимать ролики, делать прочие штуки и вот все это делать за верты. Потому что, ну, типа, это знаете, как вот когда-то спросили какого-то чувака, который стримил на самп РП, мол, сколько получает вообще администратор на самп РП, и он серьезным лицом ответил 30 тысяч вирт в Payday. Типа, ну вот что-то наподобие того. То есть, ютубер на Diamond Roleplay, тем более, это работа. Это прям такая, знаете ли, большая работа. Я понимаю, если бы там бесплатное сотрудничество было на какой-нибудь Аризоне и на всем прочем. Типа, это понятно. Топ-1 проект в сампе. А тут какой-то Diamond Roleplay, типа, все такое, но это же вообще пиздец. Однако, типа, семьи. Вот какие есть семьи в GTA сампе? Лично я знаю только одну семью, Deep Size. Ну вот была еще семья Onward, он там, знаете ли, уже вожак стаи продал канал, поэтому семьи, наверное, это не существует. Потом его оттуда
выгнали, там он стал Трипи Ревенш, потом там еще, потом он канал продал, как уже говорилось ранее, и, в общем-то, все такое. Я не знаю, кого этот самый Даймонд зовет к себе на сервер, каких людей вообще, что он хочет им предложить, однако, ну, пусть зовет, пусть что-то вообще предлагает, потому что, ну, хотя бы что-то. Поплатил бы хотя бы хоть какие-то деньги, было бы неплохо. Хотя 10% от доната или сколько там процентов, это типа тоже неплохо. В общем-то, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.